И сейчас мы приехали в поселок Агриа, 5 километров от Волоса, расположен на берегу моря. Это гора Пилюн, везде ее видно, она обрамляет Волос. И на набережной есть там много таверн, в одной из них мы пообедаем. Очень быстро, потому что ну, у нас более торжественная роспись, потому что редко кто венчается. А здесь основной праздник, на который выкладываются, это, конечно, венчание. Это очень торжественно, красиво. Потом когда-нибудь, ну, в своих репортажах я выкладываю венчание на своей страничке. Сегодня только гражданская роспись. В каждой деревне в Греции очень обязательно есть церковь, и бывает и не одна, даже в самой маленькой, если будет 2-3 дома, все равно будет церковь. Ну, а в городе очень много церквей. Набережная Агриа. Вечером здесь после 6 вечера перекрывают движение, чтобы когда много людей, официанты могли быстро обслуживать. Здесь таверны, псара таверны, это где рыбные блюда продают, сибуразику, где пьют сибуру, греческая виноградная водка. Здесь изобилие таких заведений, и вечером здесь будет движение перекрыто, и люди будут прямо гулять по дороге. Вот так мы расположимся. Мы заказали вино и пиво. Это вареная зелень, у них салат такой. Это сфеты, помидоры, огурцы. Это греческий салат. Видите, как фету кладут и посыпают орегано. Хлебушек. И салат острый из феты. Этот салат покушать, тут оливки, зелень, помидоры, фета. В общем, очень классные. Из вареной зелени поливают лимоном и оливковым маслом. Также жареный сыр с томатами. Куска купанисти, инфета, мипиперья. Это острая закуска из феты с перцем. Овощи на гриле. Овощи на гриле. Это сыр жареный с кунжутом и мюсли и так далее. Сладкий с медом. Печень с рисом, да? А азерпусти перец тут? Панцета. Панцета? Панцета, На вриску тренер не пьет. Панцета, свинина. Эпемене, Ирина, на памье кафе, на памье кафе, на очи, очи, очи. Шницель тополя а-ля крем. Это шницель из курицы со сливками. С костесом взяли запеченную говядину, с картошкой, с грибами, ну и другие там ингредиенты. Сейчас посмотрим. Видите, говядина такая красивая. Тортик.